Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Comment By. Сейчас я нахожусь на очередном своем объекте. Подписывайтесь на мой канал, чтобы его увидеть. Будет довольно интересно, потому что здесь будут такие секреты и неудобные очень ситуации по монтажу. Но разговор пойдет сейчас не об этом объекте, а разговор пойдет о следующем. Я завтра уезжаю в Воронеж, вернее, улетаю в Воронеж на производство компании Ferrum. Основная задача этого выезда и прилета посещения данного завода — это популяризация дымоходов из нержавеющей стали. В компании Ferrum знают, что я на данный момент не продаю дымоходы. Вы можете зайти на сайт Comment By, в этом убедиться. Пока что я присматриваюсь к этим дымоходам, я их монтирую, но обзоров у меня по ним нету. И я думаю, что именно с этого приезда начнется первый полный обзор дымохода Ferrum со всеми минусами, со всеми плюсами. Я буду все показывать, потому что для подписчиков это важно, ну и в первую очередь для меня, так как я сам монтирую дымоходы и я продаю дымоходы, поэтому я о дымоходах знаю очень много, есть нюансов, конечно, все знать вы не можете, все получается с опытом, поэтому для, в первую очередь, монтажников, монтажных организаций, для производителей дымоходов, неважно, производите вы дымоходы, крупное у вас предприятие, там 10, 15, 30 человек, либо вы один работаете, 2 человека. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть, что бы вы хотели услышать, какую информацию, которая для вас будет полезна. Потому что для меня есть ряд вопросов, которые я буду задавать, не знаю кому, либо с отдела технического контроля кому-то, либо самому директору данного предприятия, потому что я не знаю, с кем буду там общаться. Я еще раз повторяю, я не знаком, я на этот завод еду первый раз, люди пригласили, поэтому чего отказываться. Сотрудничество будет полезно для всех. Здесь будет обмен опыта, возможно, какое-то сравнение будет, не знаю, в каком формате пойдет у нас данный обзор, общение, ну, вы все увидите, я обязательно буду все давать информацию, поэтому пишите в комментариях, не стесняйтесь, что бы вы хотели увидеть и что бы вы хотели услышать. Я ничего не буду скрывать, буду все показывать как есть. Я как работаю в Республике Беларусь, город Минск, я сам являюсь монтажником, я сам дымоходы продаю, поэтому для меня это очень важно. Все, с вами был Дмитрий Михайлов, Comment By, комментируйтесь, подписывайтесь на мой канал, всем хорошего настроения, пока.